Святая первомученица Фекла родилась в городе Иконии. Она была дочерью знатных и богатых родителей и отличалась необыкновенной красотой. В 18 лет ее обручили знатному юноше. Услышав проповедь святаго апостола Павла о Спасителе, святая Фекла всем сердцем возлюбила Господа Иисуса Христа и твердо решила не вступать в брак и посвятить свою жизнь евангельской проповеди. Мать святой Феклы воспротивилась намерению дочери и принуждала ее выйти замуж за обрученного ей жениха. Обручник святой Феклы пожаловался правителю города на апостола Павла, обвиняя его в том, что он отвратил от него невесту. Правитель заключил святого апостола в темницу. Святая Фекла ночью тайно убежала из дома, подкупила тюремных стражей, отдав им все свои золотые украшения, и проникла к узнику в темницу. 3 дня она сидела у ног апостола, внимая его отеческим наставлениям. Исчезновение Феклы обнаружилось, и повсюду были разосланы слуги на поиски пропавшей. Наконец, ее нашли в тюрьме и насильно привели домой. Суд приговорил апостола Павла к изгнанию из города. Святую Феклу вновь долго убеждали согласиться на брак, но она не изменила своего решения. Ни слезы матери, ни гнев ее, ни угрозы правителя не смогли отлучить святую Феклу от любви к небесному жениху, Господу Иисусу Христу. Ее мать во исступлении потребовала от судьи смертного приговора непокорной дочери, и святая Фекла была приговорена к сожжению. Святая мученица бестрепетно взошла на костер и перекрестилась. В этот момент ей явился Спаситель, благословляя на предстоящий подвиг, и неизреченная радость наполнила ее святую душу. Высоко взвилось пламя костра, ореолом окружило мученицу и не коснулось ее. Грянул гром, и сильный ливень с градом погасил костер. Мучители в страхе разбежались. Святая Фекла, хранимая Господом, покинула город и с помощью одного юноши, христианина, отыскала апостола Павла. Святой апостол и его спутники, среди которых был и святой апостол Варнава, укрывались в пещере, недалеко от города, усердно молясь, чтобы Господь укрепил святую Феклу в страданиях. Вместе с ними святая Фекла прошла с проповедью Евангелия до Антиохии. В этом городе она подверглась преследованиям некоего сановника Александра, пленившегося ее красотой. Святая Фекла отвергла его предложение вступить в брак и, как христианка, была осуждена на смерть. 2 раза на нее выпускали голодных зверей, но они не трогали святую деву, покорно ложились у ее ног и лизали их. Во всех истязаниях святая мученица промыслом Божиим сохранялась невредимой. Наконец, ее привязали к 2 быкам и стали гнать их в разные стороны раскаленными прутьями. Но крепкие веревки разорвались, как паутина, и быки разбежались, а святая Фекла осталась невредимой. Народ возопил: «Велик Бог христианский!» Сам правитель устрашился, уразумев, наконец, что святую мученицу хранит всесильный Бог, которому она служит. Он повелел отпустить Феклу, рабу Божию, на свободу. По благословению апостола Павла, святая Фекла поселилась в пустынных окрестностях Селевкии и Саврийской и прожила там долгие годы, непрестанно проповедуя Слово Божие, исцеляя больных молитвой. Многих язычников святая Фекла обратила ко Христу, церковь достойно именует ее равноапостольной.
даже языческого жреца, посягнувшего на ее чистоту, она, наказав за дерзость, привела ко святому крещению. Не раз враг рода человеческого пытался погубить святую Феклу через ослепленных грехом людей. Но сила Божия всегда хранила верную рабу Христову. Когда святая Фекла была уже 90-летней старицей, на нее ополчились языческие волхвы за то, что она безмездно лечила больных. Они не могли постичь, что святая врачует болезни силой благодати Христовой, и полагали, что ей особо покровительствует богиня-девственница Артемида. Из зависти к святой Фекле они подослали к ней наемников, чтобы осквернить святую. Когда преследователи были уже совсем близко, святая Фекла возопила о помощи ко Христу Спасителю, и расступилась гора и сокрыла святую Деву, невесту Христову. Так предала душу Господу святая Фекла. Святая Церковь прославляет первострадальную Феклу как жен славу, наставницу страдальцев, отвергшую всем мучения пути. Издревле ей посвящалось много храмов, один из которых был построен в Царьграде святым равноапостольным Константином. Имя святой первомученицы равноапостольной Феклы, молитвенницы о всех подвязающихся, поминается при пострижении женщин в монашество. Словесем Павловым научившися, богоневестная Фекла, и верою, утвердившися от Петра, богозванная, первомученица, явилась еси, и первострадальница в женах, восшла еси на пламень, яко на место благоцветущая, звери и юнцы устрашившися тебе, вооружися Бо крестом, тем моли всехвальная, Христа Бога, спастися душам нашим. Девство добротую просияло еси, и мученичество венцем украсилося еси, апостольству вверяешися, дева яко преславная, и огня убо пламень в росу приложила еси, юнца же ярость молитвою твоею укротил еси, яко первострадальная. О, многострадальная и премудрая, великомученица Христова, и душею на небеси у престола Господня предстоишь, на земли же, данною тебе благодатью, различное совершаешь исцеление, призри убо милостиво на предстоящие люди, и молящиеся пред иконою твоею, просящие твоей помощи, простри ко Господу святые молитвы о нас, и испроси нам оставление согрешений наших, помощи в трудах милосердных, укрепление духа в служении, кротости, смирения и послушания, недужным исцеление, скорбящим во узах, сущим скорой помощи заступление, умоли Господа, да подаст всем нам христианскую кончину и добрый ответ на страшнем судище своем. Да сподобимся и мы крупно с тобою славите Отца и Сына и Святаго Духа.